А далі, друзі, ми поговоримо про мікроциркуляторні порушення у клініці внутрішніх хвороб, рев'ю міжнародних джерел. Доволі цікава тема. На зв'язку доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного медичного університету Юрій Юрійович Кобиляцький. Уважаю, мої колеги, сьогодні мені би хотілося в рамках школи інфузіонної терапії остановиться на коррекции микроциркуляторных нарушений в клинике внутренних болезней на основании обзора международных источников. Нужно сказать, что в последнее время многие старые препараты не рассмотрены с новых позиций. Одним из таких препаратов является пентоксифилин, периферический вазодилататор из группы пуринов, который традиционно и давно уже хорошо зарекомендовал себя как препарат для улучшения микроциркуляции, оптимизации реологических свойств крови и так дальше. Поэтому он повышает содержание цикла 3,5 АМФ в гладкомышечных клетках сосудов, тромбоцитов, АТФ-эритроцитах с одновременным насыщением адренергического потенциала. И его клинический эффект – это вазодилатация, снижение общего периферического сопротивления, рост систолического и минутного объема сердца без значительного изменения частоты сердечных сокращений. Очень важным фактором является то, что пентоксифилин улучшает микроциркуляцию крови в зонах нарушенного кровоснабжения. В чем в свое время были недостатки ампулированного пентоксифилина? Потому что препарат приготавливали экстемпора, растворяя его в растворе каком-либо. А тяжелая молекула пентоксифилина быстро оседала на дно, что приводило к неравномерному распределению действующего вещества. Поэтому иногда наблюдались побочные эффекты. В современном арсенале имеется совершенно особая форма пентоксифилина. Это латрен, который изготовлен в промышленных условиях в сравнении с ампулированными формами. Значит, очень важно, что эта форма, которую можно использовать сразу, она не зависит от растворения его в каких-либо растворах. Молекулы действующего вещества распределяются равномерно с помощью специального магнитного миксера. И очень важно то, что имеется в составе лактат, которая имеет дополнительные противовоспалительные действия и сбалансированный электролитный состав, что очень важно на сегодняшний день. Впервые мы использовали препарат Латрен для лечения ишемической болезни нижних конечностей и сопутствующей кардиальной патологии у больных. Это очень сложная группа больных, как правило, не все с распространенным атеросклерозом, просто звучит на данный момент больше критической ишемии нижних конечностей. И вот на сегодняшний день, и учитывая сбалансированность состава и учитывая оптимальную технологию приготовления, мы получили в том, что у этих больных первые сутки после операции наблюдался меньший лейкоцитоз. При исходно повышенном уровне фибриногена отмечалось его снижение с третьих суток. У всех больных без исключения повышался минутный диурез. Значит, и у большинства больных на фоне инфузии Латрена отмечено купирование стойкого болевого синдрома, несмотря на введение наркотических анальгетиков, спазмолитиков, нестероидных препаратов. Но эта ситуация, она является абсолютно объяснимой, потому что, безусловно, ишемизация конечности является основной причиной боли. Поэтому мы сделали выводы. У пациентов с ишемическим поражением нижних конечностей на фоне сопутствующей кардиальной патологии раннее использование терапевтических доз Латрена позволяет предотвратить развитие, а в некоторых случаях прогрессирование ишемии конечностей, что даже может предохранить от ампутации. Латрен обладает выраженным микроциркуляторным и реологическими свойствами и способен повышать резистентность сосудов. И мы назначали его с первых суток при поступлении для снижения вязкости крови, улучшения микроциркуляции в зонах его нарушений. Очень важно, что при окклюзионном поражении периферических артерий Латрен ведет к удлинению дистанции ходьбы, устранению ночных судорог и икроножных мышц и боли в состоянии покоя. Очень немаловажным является то, что Латрен хорошо переносится
и у него отсутствовали полностью побочные аллергические явления. Поэтому, безусловно, мы отметили выраженный клинический эффект. Развитием этого была наша другая работа, когда мы использовали Латрен наряду с карвитином в профилактике терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у этих же больных с хронической ишемией нижних конечностей. Значит, для верификации реперфузии использовали показатели гемодинамики, КГК, голограмму, общий анализ крови. Значит, очень важно то, что у многих больных после вот этих шунтирующих операций имели место, скажем, такие нарушения, как нестабильность гемодинамики, отрицательная динамика по ЭКГ, нарушение ритма проводимости, лейкоцитоз, тромбоцитопения, менее 100 тысяч и так дальше. Для профилактики реперфузии у больных использовали карвитин и пентоксифилин, Латрен. Латрен использовали один раз в сутки, в четвертые и пятые сутки, 0,05% раствор 200 мл путем внутривенной инфузии один раз в сутки после операционного периода. Почему же мы отметили эффективность при реперфузионном синдроме Латрена? Потому что комплекс патофизиологических изменений как раз имеет тот спектр, на который влияет Латрен. Это нарушение микроциркуляции с отеком эндотелия, лейкоцитарно-эндотелиальной адгезии, недостаточность капиллярной перфузии, образование активных форм кислорода, секреция мощных медиаторов. Это лейкотриена, фактор активации тромбоцитов, под нарушением, повышением, в частности, капиллярной проницаемости и развитие внутритканевого отека, повреждения миоцита. Нужно сказать, что воспалительный ответ при ишемии и реперфузии обусловлены активацией каскада арахидоновой кислоты с образованием активных соединений, это хемоаттрактантные медиаторы, тромбоксаны, лейкотриены, продукции лейкоцитарных адгезивных молекул и в итоге развитие мультиорганной недостаточности. Особую актуальность приобрел в клинике внутренних болезней пентоксифилин на сегодняшний день, скажем, когда мы стали лучше понимать, что происходит с больными, которые инфицированы коронавирусом и переносят COVID-19 на сегодня. Противовирусные, противовоспалительные, антиоксидантные, иммуномодулирующие, бронхолитические и поддерживающие респираторные эффекты и защитная роль при органной недостаточности пентоксифилина делают его очень многообещающим на основании последних публикаций препаратом для лечения больных с COVID-19 в качестве адъювантного средства. Доказательная база предполагает, что среди основных клинических эффектов это противовоспалительный эффект, мы знаем концепцию цитокинового шторма при COVID-19, фибринолитическая активность и уменьшение риска тромбозов, тоже характернейшая черта коронавирусной патологии, прямая противовирусная активность инвитро и кардиопротективный эффект. Мы знаем, что сердечно-сосудистая система страдает одной из первых и в наибольшей степени. Эффекты пентоксифилина, которые используются при лечении COVID-19, представлены на слайде. Это другая работа. Лечение COVID-19 пентоксифилином может ли имеется ли потенциальные адъювантные дополнительные преимущества при добавлении его к стандартной терапии. То есть это означает лучшие циркуляторно-оксигенационные способности пентоксифилина. Наряду с его низкой ценой и безопасностью практически нет побочных эффектов и делает его очень перспективным препаратом, в том числе с фармакоэкономических позиций. Значит, выдвинута новая гипотеза о том, что в частности Брюсом Генри с авторами о том, что пентоксифилин заслуживает внимания в качестве потенциального терапевтического средства для лечения COVID-19. Являясь иммуномодулятором с противовоспалительными свойствами, неселективным ингибитором фосфодиэстеразы и через рецепторы аденозина, он снижает фактор некроза опухоли альфа, интерлейкины, габа-интерферон и может уменьшить повреждение тканей во время цитокинового шторма. Доклинические исследования подтверждают, что пентоксифилин эффективен при поражении легких цитокинами. Нужно сказать, что в свое время первые недели, месяцы пандемии произошло изменение концепции.
На основании находок итальянских врачей, которые впервые столкнулись после китайских врачей, при аутопсии более 50 умерших критических больных, выявлялись респираторные симптомы, но они нашли, что не пневмония в строгом смысле слова являлась причиной смерти больных, а тромбовоспаление, приводящее к агулопатии и эндотелиальной дисфункции. И вот классическое представление об остром респираторном дистресс-синдроме и повреждении легких, оно на сегодняшний день трансформировано. Жан Клод Винсан, это президент Всемирной Федерации Общества Интенсивной Терапии в свое время, сказал о том, что похоже, что даже эта нозология может перестать так называться ОРДС, потому что мы имеем дело с учетом опыта COVID-19 с теми или иными проявлениями воспалительного синдрома. В частности, если это легкий, просто компартмент легких страдает в наибольшей степени. Поэтому в действительности пусковым механизмом дыхательной недостаточности является тромбоз, эндотелиальная дисфункция, скажем так, а не респираторные компоненты. Вот схема Иба и Леви из журнала Anesthesiology, которые показали, что тромбовоспаление является характернейшим проявлением COVID-19. Читал в другой работе Сингу, показал, что тромбовоспаление, вот представлены здесь схемы, связанные с COVID-19, особенно опасно у больных с диабетом, ожирением, возрастных пациентов, эндотелиопатия, схема представлена здесь. И вот гиперкоагуляция и тяжелая гипоксемия являются следствием именно этого состояния. Как и, впрочем, тромбоцитопатия и эндотелиопатия являются критичными моментами, которые вносят вклад в тромбовоспаление у этих больных. И нужно сказать, что здесь как нигде, ни в одной и другой ситуации показан тренд, который увеличивает уровень тромбомодулина в ишемизированных тканях, уменьшает коагуляционный эффект гипоксии. Кроме того, одним из эффектов препарата является увеличение внутриклеточной концентрации цикла МФ в тромбоцитах, что приводит к угнетению их активности, вызывает антиагрегантный эффект, что наряду с антикоагулянтным эффектом позволяет нам улучшить текучесть крови, предотвратить ишемизацию различных областей и предотвратить очень часто развитие полиорганной дисфункции, которая связана с множественной гипоперфузией на фоне тромбовоспаления. И вот в резюме этой статьи было показано, что тромбоциты и эндотелиальные клетки – это два высокосимбиотических типа клеток, дисфункция которых способствует и воспалению, и коагулопатии, тромбозу, и смерти, связанной с COVID-19. Поэтому, безусловно, эти механизмы тромбоцитопатии и эндотелиопатии хорошо, будучи изучены в контексте факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на сегодняшний день, они связаны с увеличением заболеваний и смертности от COVID-19. Вот очень интересная на сегодняшний день из медицинской школы Северной Каролины и Восточной Вирджинии на основании работ Поля Марика протокол МАТ+, который показывает, что вот базовая терапия метилпреднизолоном, аскорбиновой кислотой, тиамином, гепарином плюс статины, цинк, витамин D, фоматидин, мелатонин, магнезия является основной базой для лечения больных. Но какая же роль пентоксифилина? В частности, пентоксифилин приводит к увеличению количества лимфоцитов на 64,25%. Это исключительно важно, потому что мы видим, что у больных снижение количества лимфоцитов, особенно выраженная лимфопения, является на сегодняшний день тем фактором, который может быть прогностически неблагоприятным фактором повышения летальности. А также приводит он и к снижению уровня лактатогидрогеназы в сыворотке практически на 30%. То есть результаты исследования открывают новые возможности использования пентоксифилина в качестве лекарственного средства для лечения COVID-19. Я снова возвращаюсь к протоколу МАТ+, и здесь у нас мы имеем гипервоспаление. И обратите внимание, вот начало воспалительного ответа где-то с 12 дня, это ранняя пульмональная фаза, и именно здесь очень показано использование в качестве адъюванта наряду со стандартной терапией пентоксифилином. Кроме всего прочего, очень важна антиоксидантная терапия. Лечение антиоксидантными добавками, такими как витамины С, Е,
N-ацетилцистеин и мелатонин вместе с пентоксифилином могут замедлить агрессивное летальное развитие COVID-19. И антиоксидантная терапия может быть эффективной при этой пандемии, так как она улучшает показатели выживаемости по различным шкалам, в том числе шкалам полиорганной недостаточности, SOFA, APACHE-2, SAPS-2, COVID-GRAM, Glasgow-Coma-Scale за счет снижения продуктом липидной пероксидации. Поэтому антиоксиданты и пентоксифилин являются коадъювантами к стандартной терапии для улучшения прогноза у больных с ковидной пневмонией. И вот здесь достаточно убедительно представлена схема их включения в комплексную терапию больных с этой тяжелой патологией. Нужно сказать, что наряду с цитокиновым штормом, увеличением воспалительного ответа, идет еще и иммунная дисрегуляция. По сути, на сегодняшний день единственными препаратами, которые доказательно показали свою эффективность при COVID-19, являются гормоны. Но обратите внимание, даже кортикостероиды показали свою пользу только в пульмональной воспалительной фазе. Например, при начальной симптоматической фазе имеется при их раннем назначении тенденция к вреду, то есть как бы ухудшение клинического состояния. С другой стороны, и метилпреднизолон, и дексаметазон, и гидрокортизон на сегодняшний день совершенно по-разному действуют. Например, у больных, которые находятся просто на оксигенотерапии, там менее значимое улучшение. Вот у больных, которые находятся на механической вентиляции, уровень летальности на 15% меньше у тех больных, которые получают дексаметазон. Это исследование Recovery Trial. И еще очень важный вопрос. Ни в коем случае не нужно преждевременно прекращать прием кортикостероидов и витамина С внутривенно, если мы не хотим для того, чтобы воспаление вышло на еще более высокий уровень по уровню C-реактивного белка. Кроме всего прочего, прерывание лечения глюкокортикоидами приводит вот к такой картине. Это пневмофиброз в стадии консолидации. Это изображение любезно представлено доктором Пьером Кури из Нью-Йорка. Когда же еще эффективен пентоксифилин? Значит, известно, что пентоксифилин на основании своих противовоспалительных иммуномодулирующих бронхолитических эффектов подавляет некоторые вирусные инфекции. Это давно установленный факт. И является он, кроме всего прочего, будучи ингибитором фосфодиэстеразы, антифибротическим средством, и это исключительно важно. То есть, обратите внимание, ксантины, как представители неселективных ингибиторов фосфодиэстеразы, могут уменьшить острое повреждение легких, снизить смертность и продолжить продолжительность пребывания в больнице. А вот селективные ингибиторы фосфодиэстеразы 3, 4, 5 типа также продемонстрировали стабилизацию легочно-эпителиально-эндотелиального барьера, снижение проницаемости микрососудов в результате сепсиса и воспаления, подавление продукции медиатора воспаления, что улучшало оксигенацию и предотвращало фиброзирование, особенно тяжелое. Поэтому на сегодняшний день, с учетом противовирусных и иммунорегуляторных свойств, пентоксифилин, он увеличивает деформируемость эритроцитов, снижает вязкость крови, подавляет тромбоксан, увеличивает синтез простациклина и снижает агрегацию и адгезию тромбоцитов. Поэтому пентоксифилин хорошо переносится, и на основании вот его патофизиологических эффектов, это противовоспалительного, значит, он противодействует ингибирующему действию эффектов тумор-некротизирующего фактора альфа на синтез сурфактантов пневмоцитами второго типа, и это является ключевым механизмом патогенеза ОРДС, подавляет агрегацию тромбоцитов, способствует фибринолитической активности, оказывает кардиопротективное действие. Кроме всего прочего, я уже отметил о том, что снижение уровня ЛДГ в сиворотке и увеличение количества лимфоцитов является очень многообещающим. Он не вызывает синдром обкрадывания при использовании у больных с нарушением церебрального кровотока. Поэтому он также улучшает микроциркуляцию, снабжение тканей кислородом, в том числе в центральной нервной системе и умеренно в почках. То, что касается других областей применения, например, прогрессирование синдрома хронической сердечной недостаточности.
Значит, синдром хронической недостаточности сердечной имеет много причин. Ишемия, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, вирусная инфекция и так дальше. Общим является высокий уровень фактора некроза опухоли альфа. И важным патологическим моментом является антитерапия, которая направлена против фактора некроза опухоли. Но, как уже было показано, попытка подавлять продукцию ТНФ-альфа провоцировала ухудшение результата. И вот здесь совершенно по-другому зазвучал пентоксифилин с его сосудорасширяющими свойствами, который показал благоприятное влияние на множественные суррогатные клинические маркеры, и это говорит о потенциально благоприятном способе действия пентоксифилина при хронической сердечной недостаточности. И очень убедительные работы, которые имеются на основании лечения хронической болезни почек. Это ученые из Тайваня, которые показали комбинацию препарата пентоксифилин с ингибиторами АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина с целью снижения протеинурии и снижения скорости клубочковой фильтрации на ранних стадиях хронической болезни почек. Было показано, что пентоксифилин проявляет защитный эффект, уменьшение риска длительного диализа или смерти при хронической болезни почек пятой стадии. Вот другая работа, которая показала, что фентоксифилин проявляет заметную противовоспалительную, антипролиферативную, антифиброзную активность, и в настоящее время он может использоваться для того, чтобы в такой комбинации задержать, скажем, снижение скорости клубочковой фильтрации у больных пациентов с сахарным диабетом с легкой средней степенью хронической болезни почек и снижает риск терминальной стадии хронической почечной недостаточности у больных с и без диабета на поздней стадии хронической болезни почек, особенно там, где есть высокая степень поражения и уровень протеинурии. Немаловажным также является то, что Латрен является препаратом, который приготовлен на сбалансированном кристаллоидном растворе, что рекомендуют нам последние рекомендации. Таким образом, завершая свое выступление, хочу сказать, что на сегодняшний день по-новому зазвучал хорошо известный препарат пентоксифилин, тем более его такая форма, как Латрен, который официально приготовлен уже для использования, и он приготовлен на сбалансированном изоосмолярном растворе электролитов. Он очень эффективен при нарушении как периферического, так и мозгового кровотока, и сейчас показал эффективность при самых различных патологических процессах клиники внутренней болезни, в частности, при COVID-19, при хронической болезни почек, хронической сердечной недостаточности и при многих других. Поэтому на сегодняшний день мы можем его рассматривать как с фармакоэкономических позиций, как препарат, который имеет низкую цену, высокую эффективность и хорошо переносится. Спасибо большое. Щиро дякуємо вам за цікаву доповідь і, звичайно, міжнародний досвід. До нових зустрічей. Знову ж таки, стосовно запитань, їх багато, але, в принципі, часу залишається все менше і менше. А у нас ще на зв'язку наші спікери, які дуже довго вже чекають, за що ми у них просимо вибачення.